проснулась от шатания нашего дома. А я спала на втором. И надо мной все пролетело туда внутрь. Ну и потом я выскочила. Думаю, что ж так светло, я гляну, а там начало гореть. Ну что, все выехали, вот это стоят никого. А там он на четвертом женщина была, она выскочила, и там остальные. Бомбежка. Прело все. Я на кухне с кошкой была. Вниз упала. И сразу пламя. Где вы переховывались? Куда? На подъезде на первом этаже. Возле входных дверях была всю ночь.